Новый магазин Скопинского мясоперерабатывающего комбината открылся в микрорайоне Семчино по адресу Озерный проезд, дом 2. Я рада приветствовать наших любимых покупателей в стенах нового магазина Скопинского мясоперерабатывающего комбината. Наша сеть развивается. Мы открываем новые магазины во всех районах нашего города, поэтому жителям любого спального района становится удобнее купить нашу продукцию. Осенью 2019 года Скопинский мясокомбинат провел ребрендинг, цель которого – сделать свежую продукцию для рязанцев более доступной. За прошедшие 2 месяца предприятие открыло 8 новых магазинов, причем не только в Рязани. В канун Нового года мы порадовали жителей Московского района, открыв там магазин нашей фирменной торговли. Кроме этого, открыли магазин в селе Дядьково, в городе Рыбное, что очень удобно будет для наших туристов, для любителей загородного отдыха, купить наш фирменный шашлык недалеко от дачи. Продукция в магазине поставляется ежедневно. Приходят прямиком с завода. Таким образом, рязанцы и жители области получают гарантию здорового питания. Сейчас, в эпоху супермаркетов, Скопинский мясоперерабатывающий комбинат предлагают вернуться в уютные магазины, расположенные рядом с домом. Здесь быстро и удобно можно приобрести колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты, консервы для любого случая. Готовясь к любому празднику, у хозяюшек очень мало времени. В наших магазинах вы можете заказать и нарезочку, и готовый полуфабрикат. Добрый продавец-подружка поможет вам с выбором, подскажет состав продукции, расскажет о том, какие приправы в нее добавлены, сколько может храниться то или иное изделие и как лучше приготовить выбранную мясную продукцию. Кроме этого, вы всегда можете поинтересоваться о новинках. Покупатели продукции Скопинского мясокомбината очень хорошо знают нашу ГОСТовскую продукцию. Но у нас есть для них приятный сюрприз. Линеечка наша настоящая, идеальное соотношение цены и качества. Ее специально разработали наши технологи. Специалисты Скопинского мясоперерабатывающего комбината продолжают трудиться, чтобы продукция оставалась не только вкусной и качественной, но и доступной. В ближайшее время приобрести продукцию завода можно будет во всех уголках города. Магазины продолжат открываться, чтобы обеспечить рязанцев хорошими мясными изделиями в шаговой доступности от дома. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».